съезды со ступенек. Сейчас будем делать съезд на одной ноге. Давно его не делали, уже года половинку. Половинку где-то. Посмотрим, получится ли с первого раза. Это такой непростой трюк, вперед съезжать на одной ноге. Обычно съезжают все спиной вперед, чтобы амортизировать носочками. Делать. Можно делать с грэбом. И такие неприятности случаются. Будешь делать? Первого раза. Успешно, но я хотел с грэбом. Давай с грэбом. Знаешь, что при грэбе сложно? Приседать надо. У тебя баланс непривычный очень становится. Ты легче упадаешь назад, как у меня это случилось. Что ты почувствовал? Я почувствовал больше напряжения во время того, как поднимаешь и прижимаешь к себе одну ногу. Вторая очень... намного больше напряжения получает, когда проскакивает. Значит, грэб это не только сильно, это еще и сложно. Скажем так, тут нужно преодолеть какой-то барьер, что ли. Это был стильный прыжок. Ты не присел. Не присел, и в этом твоя ошибка. На разогнутое колено очень много вибраций. Вибрации, да, поэтому присаживайтесь. Ой-ой-ой!